Ну что ж, через минуту наступит новый 2022 год. Вот покажу даже часы, 23:59. Ну, это я сразу пойму по взрывам петард и салютов. Ну, а пока... началось, это будет продолжаться неистово минут 15-20. Ну, уходящий год был для меня самым страшным, наверное, в моей жизни. Это не пустые слова, я разочаровался в человечестве, разочаровался во Франции, во французском обществе. И все еще пока время остается. Что 20... Ну все, 22-й год. Можно выключать. Что я жду от этого года? Перелома. Перелома в своей личной жизни, когда наконец отпугну я садистов под себя, коррупционеров. Я не надеюсь, что это возможно. Но чудеса случаются. Будем надеяться на чудо. И я все постараюсь сделать для моих близких, все, что могу, пока я жив. С новым всем годом, кто меня знает и кто меня не знает.